Так, ребята, всем привет. Продолжаем нашу возню. Интересно, тут сохраняется. Почему лаборатория не сохранилась вообще? Странно. Продолжим нашу возню с Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. И у нас следующий день. Какой он там по счету-то уже? На Филиппины едем. Китай, Япония. К Вильяму Харрису едем. Это ЦРУшник, что ли? А то я не помню. Видите, да, подлагивание.日本政府に問い合わせたところ、君たちの行動に関しては一切預かり知らんと。私は防衛省障害事務官のメニューより、この任務を遂行している。までで作戦指揮を取っているのは石神とかいう役人だろ。現在行方がわからんそうだ。しかしそもそも今回は対象が早まった。重大な犯罪行為だ。君たちの行為は他国に対する試験侵害に当たるんだ。日本が出てこなくても国連で方針が決定される。それとも国連も敵に回すのか? Ладно, это я так уже придираюсь. Немножко коренжовенько смотрится просто, ну ладно. Сомо-сомо ниндзя нантию зен-джидай но боурэй ни ски-катте ни джидай у каки-маасаретева хана-хада мэйяку да. Шикаши, мада... Дамаре! Чё поняли? Я ничего, ничего не понял. Здесь субтитров. Херня какая-то. Мы на этого хера даже не работали. Он нас поймал, не разрешил нам дальше принимать участие в этих всех делах по спасению мира. И отправил нас в Японию. Ты, блядь, кто нахуй? Я, блядь, ниндзя, у меня... Нет, ты меня не... Ты не мой наниматель вообще, иди нахер. そうね。本当はね、カンナは私の子ではないの。 姉が クリフのお兄さんと結婚して、カンナは 2人の子。 Но она что-то батю-то не сильно любит. 事故があって、姉とお父さん、両親を亡くしたの。そのショックで声を。私が引き取って、もう 1年経つけど。 カンナ! どうしたの? お腹すいた? Смешно. Чё-то, Канна, икинари нани о? Конечно, такого папа-то. Мама, помарасе най, да? Гомен насай, кюни. Энна кото. Не, у нас там с Касуми ребенок должен быть. Все-таки я считаю, что Касуми для Рю идеальная партия. В принципе, так считает весь мир. О чем говорят множество шиперовских, или как они там называются, в общем. Фанфики, манфики. И артов очень много. Вот эти. А, пейринговые, не? Я не разбираюсь уже в этих терминах, уже совсем все забыл. Ну, короче, их скрещивают. Не просто так. Сами разработчики как бы так немножечко к этому подводят, но не раскрывают карты. То есть типа, да, но не, ну да, но не. Ну ладно, а Касуми потом. Надо с рукой что-то делать. А Рюша Рю такой весь хладнокровный, невозмутимый. Все ему Рю-сама, Рю-сама, мастер Рю. Все такие Рю, Рю, такой крутой.
девочка написала: будь моей папой. Рю сразу: а чё, папой? Как это? Что я? Мужики. Мы такие, да, мы такие. Хаябуса, киоцкете. Сегю монору. Папа, у нее есть папа. Хотя я что-то почему-то этому Клиффу все равно не доверяю. А, подожди. Это получается, брат Клиффа был ее отцом, получается. И сестра. А, ну все, тогда все сходится. Получается, сестра Мизуки тоже. О, а это мы помним из второй части. Дольный катаночки. Пригодится. Ну, с дуальными катанами ходили неоднократно. В общем-то. А помните, это раньше поле, вот оно раньше было это. Ну. Вы поняли. Опенворлдовым. Опенворлдовым было. О. Скоробейчик, и тут как раз-таки клан паука, флаг. Очень, на самом деле, живописно это все тут. Это дело. Во второй части здесь было прикольно, мне нравилось. Вообще, вторая часть, ну, да, она легкая, да, как бы это. Понятно все, да, именно Сигма. Но она крутая. Блин, там реально, там история прикольная, там боевка прикольная, оружие очень дохера. Разные локации красивые. В первой Сигме там, конечно, ну, тоже своеобразно, тоже прикольно, тоже там есть разного типа локаций, но там как-то все это локально и немножечко тупо. Там Египет, блядь, под землей какой-то там, блядь, непонятный. То есть хз. В третьей... Просто чтоб убрать, чтобы она не мешалась. Во второй части как-то более оно покрасивее. Вот в третьей тоже мне нравятся локации, места. Все круто, но тут линейно, да, больше. Хотя, в принципе, и во второй части уже. А, вижу, кто стреляет. Они обиделись, что я катану забрал. Да блин! А, лучники же тут не убивают с одного удара. Ай! А, уровень-то еще первый, еще нету добивалок оставшихся, да? Хотя ласточка уже есть. А, ну она, в принципе, она на все оружие есть. А нет, есть ласточка и с этим. Вообще чуть-чуть позорно умереть от меча своего мастера. Хорошо. Это новенький. Его атаковать, конечно, можно, но не обязательно. Убей, пожалуйста, вот этого чувака. Да убей ты его!
пошло, жара. Ай! О, успел, прикинь. Убей его. Успел? Красиво! Красиво, черт возьми! Ай, да ладно. И ничего не отрубил? Ну это смешно. Пизда, извини, конечно. Мне нравится, что он в конце кидает с меча такой вот этот вот, ну... Я их всю жизнь называю соулбрейкерами со времен Рагнарока. Это когда мечом ты кидаешь такую... острую дугу, да, то есть она как бы не наносится, это как, ну, как будто ты их швыряешь. В аниме часто такими швыряются из мечей. И она такая, фью, типа сжатого воздуха такая, не знаю, как назвать. Вообще они меня потрепали так чуть-чуть. То есть я, конечно, могу сейчас воспользоваться, кстати, сказать... Вот это... То есть у меня третьего уровня Piercing Void, и вот эта маленькая пиздюшка, это все, что нам доступно, да? Тогда я рассчитываю, чтобы этот дэмэдж был просто нереальный. Оставляем пока инферну, чтобы ману можно было выгодно разменять на хп. А, ты уже умер там. А чё у нас по прокачке дуальных мечей? 150 на второй уровень я бы взял, чтобы можно было делать с ними изунушки всякие хорошие. Вот сейчас я хожу с дуалками, чисто по фану, потому что сейчас пока враги не сильные. Пойдут сильные враги, я, естественно, возьму Джинранмару последнего уровня и будем как бы уже решать вопрос. Таким образом. А то я не знал. Ой. Очень длинный мост. Как думаете, что на нем будет происходить? А подожди, куда моя девушка? Возня. О!
Ну, что-то вы уже начали издеваться надо мной. А, погоди. А, пока еще вот так вот, да, понял. Я думал, похожая комбо. Да ладно, я ж тебя атаковал, как ты? Это уже наебка какая-то пошла, ребят. Да куда вас столько-то, ёб твою налево. Чё стреляющие хуеплёты. Ой, медленно. Я так и знал, это вообще может мне сейчас жизни стоить. Я сдох он. Да завязывай, а! Пизду вас, блядь, натуре надоели. Ну а куда деваться? Я хотел так сохранить эту штуку. Типа, чтобы хп себе восстановить за счет манны. Ну, я бы вообще умер и пришлось бы переигрывать, а мне это вообще не хочется. А все потому, что не прокачанные мечишки. Мечишки не прокачанные, поэтому вот посасываем максимально. Я так понимаю, впереди еще... О, да ты что, да, я бы ни за что не догадался, что нам вперед. Блять, вот этих еще не хватало, тут хуеплетов. Так, ладно, блять, на вас у меня нет времени. Сорян, конечно. Ничего не поделаешь. А чё, какие техникуесты новые появились? Может, расскажете, чё интересного? Ну, понятно, игреков. Нет, подожди, игреки — это нормально. А, так, это эркомбо. Пам-пам-пам-пам-пам, вперед, X. А где третий уровень-то? Что на третьем уровне открылось? 3 икса. О, да хуя чего. А, все иксовые открылись. О, это хорошо. Это очень хорошо. Это прям вообще отлично. Если монстры начнут появляться, то вот... Вот этими делами прям самое оно. Ну, блять, это... Я нажимаю, вообще-то. О,
Вот зачем вы это делаете? То есть, блять, этого что? Этого так не хватало в Ниндзя Гайденах предыдущих, что пиздец. Я понимаю, да, надо было сделать эту квиктайм-ивентовую залупу. Как бы, да сделали и сделали, вопросов нет. То есть, как бы, хорошо. То есть, я не против квиктайм-ивентов особо. Да, блядь, ты полезешь или нет? Как это на третьей Соньке делал? Здесь удобные курки очень на MCI-шном геймпаде, но, блядь, на третьей Соньке я бы ёбнулся просто этими скользящими R2 L2. Это просто я бы сошел с ума. Куда хочу? К черепу. Блядь. Вот они. Вот он, третий уровень. Вот это третий уровень. Ты чё, блядь, хочешь, нахуй? Причем мы используем не Джинранмару, как я понимаю. Мы используем этот вот именно... Один меч, это именно этот. Как он называется-то, блин, забыл. Из второй Сигмы. Бля, ну пиздец, у меня с моим ХП в эти челленджи влезать, это, конечно, просто замечательное явление. Давай хотя бы столько себе сделаем. Пойдем попробуем. Опять же, ради кармы, да? Опять же, ради кармы, чтобы эту карму потратить на что? На то, чтобы вот качнуть сотку, я не знаю, подниму я там, не подниму. Но если сотку подниму, я двойные мечи на второй левел качну. Я качну на второй левел мечи. Задача наша — поднять сотку. То есть мы что делаем? Мы Изуна дропим, по большому счету, и все. А, ну и это ульти максимально. Потому что изумодропы, они тебя делают чуть-чуть неуязвимым. Нихуя себе. Он мгновенно... Вот вы видели? Он мгновенно. Мне вообще... Он только остался... Только стал калекой. И сразу же, ты понимаешь? Сразу же... Настиг меня. Но какая сотка? Ты чё, ёх, охуел, что ли? Я не понимаю, я не понимаю фишки вот этих испытаний. Тут либо уровень сложности меняется в этих испытаниях. Либо я не знаю чё, потому что, ну, это вообще трэш какой-то. Эти паучелы начинают атаковать дольше положенного. Вот эти лучники с какого-то хера начинают атаковать вообще сразу, прям сплотную. А я даже ничего сделать не могу, у меня магии нету, прикинь. То есть мне надо еще килл сделать, а я не могу. Все, я труп. Че, набил сотку? Тут совсем другой уровень сложности. Вообще другой. То есть даже можете мне мозга не ебать. В нормальной игре так себя не ведут враги. У них нет такой атаки жесткой, как бы. Таких жестких блоков. Уж поверьте, я понимаю, о чем говорю. Во-во-во, видишь? Сразу. Сейчас попробуем поосторожнее, конечно. Вот этих будем разваливать. Куда вот ты атакуешь, Рюха и Буса? Скажи мне, пожалуйста. Ха-ха-ха.
Во-во-во, видал, как пауки ворот? Вот прям Сигму вижу. Сигму первую. Где по паукам, то вообще хер попадешь, а они по тебе просто наебашивают, как хотят. Треть. Лучники вообще не дают нихуя сделать. Просто нихера не дают. Их тут три штуки, и они убиваются не с одного удара, как вы понимаете. Бомбы еще летят, ну вообще трэш. Ну где они? Вот. У них хп гораздо больше, то есть, ну это вот просто факт. Ману пока бережем. Не знаю, что меня ждет. Собаки какие-нибудь? Маги, скорее всего. А, нет. Мелкая хуесосина. Но и с этими. Нет. И эти, смотри, какие вообще другие. Тихо, гаси. Я не могу уйти без сотки. Играли в детстве в сотки, ребят? Ой, плохо. Нормально. Трешку выбьем. Хорош. Пошла жара. Магия имеется. Сотка имеется. Можно проигрывать. У меня задача была сотку выбить. О! Ну это товарищи, этих мы знаем хорошо. Это Изуна, это тупо Изуна. По-другому с ними вообще лучше даже, ну, не пробовать. Если сейчас еще какие-то дальнобойники выйдут, они сами дальнобойники без того. Ой, какой чейн. Они так рядышком хорошо стояли. А так, магическая тварь, да, там? Это что такое? Ты прикинь? А куда мое хп вообще делось? Оно вообще где и как? И что и почему? А, ну беру свои слова назад. Тут маги режутся, как нормальные маги. То есть быстро. Слушай, может я был не прав, может действительно все одинаково, просто я это обиделся на то, что игра не дает мне в себя играть. Не, маги действительно слабаки. В первой Сигме магии это было вообще просто трешатина. Ой-ой-ой. Блять. Ну с тобой тяжело. Ну как я с тобой буду сейчас драться? Ну вот и все. Вот и вся любовь. Ни лечилок, ни хуилок, блядь. Как хочешь, так и дерись с товарищем. Ай, надо было войд брать. Ну ладно, похуй. И где мое хп? Только не говори, что мне его потратил уже.
Охуенно я увернулся, да? Нажал у ворот, блять. Не, просит. Этими боссами, это я сейчас вот буду, если выдрачиваться, это, извини меня, надолго меня не хватит. Так, имею, не имею, еще 30 тысяч надо набить, не 30, поменьше. Получается где-то 23. Смотри, сейчас здесь вып... сейчас будут уебки, да? Нет? Подожди, как-то странно. А какой из мостов разъебошился? Это они еще скрип моста сделали? А я просто не слышал его даже. Охренеть. У них тут, конечно, в деревню так просто не попадешь. Во-первых, оно еще и мрачно тут, да? То есть ты сюда так приходишь. Ниндзя, конечно, хорошо умели выбирать себе места. Тебе явно не захочется здесь походить и посмотреть окрестности. Ой, как тут красиво, красивая природа. Дай-ка я здесь похожу, пофоткаюсь в Инстаграм. А ты сюда придешь, у тебя первая мысль будет: так нахуй, а как отсъебаться стать побыстрее? Как-то тут очень мрачно. Не убьют ли меня тут нахер? 100%. Нет, и при том, что живописно. Но живописно мистически и опасно. А я смогу эту херню заняться, нет? Ладно. Я думал, там можно под катик хоп и найти 100 тысяч миллионов секреток. Мне кажется, я тридцатку здесь не качну. Я помню эту травку. Блин, вот хорошо, что здесь все-таки есть вселенная, да, своя. То есть мы помним прекрасно первый Ниндзя Гайден, в котором тоже была деревня. То есть практически в самом начале. Да, даже не практически, а в самом начале. Была деревня Хаябусовская. Во втором Ниндзя Гайдене она тоже была, деревня Хаябуса. Там ее было поменьше, но она там была. И вот в третьей части она тоже есть. Ну, мы до нее еще не дошли, но тут окрестности точно имеются. И, конечно же, Dragon Sword на Nintendo DS. Блин, ну прокачанный, конечно, на третий уровень меч, это... Извините меня, ну посмотрите, а он шинкует просто капусту всех. Нахуй. А там уже и труп. Все, то есть, да, как бы вопрос порешался крайне быстро. С крабейчиков в траве нет случайно? Так, ну Ворон-то меня сохранит, это понятное дело. Он мне даже, ему даже не, нечего добавить мне к хп, потому что я ничего не потерял в этой битве. Все-таки я опять же, я считаю то, что такие слэшеры надо играть, ну не знаю, все-таки на выходных. Вот я играю, я уже немножечко устал, в смысле, когда пришел. И вот мы проходили сейчас вот до этого, не знаю, вы смотрели, не смотрели, предыдущий эпизод. Там я уже выгорел немножко. И мне сейчас надо весь еще этот день пройти. Я чувствую, что я такой, бля. То есть я бы после работы играл в какие-нибудь слэшеры, типа, ну не знаю, типа Dynasty Warriors, да, типа там что-то такого. Где как бы боевка тоже имеет место быть, но она... Не такая, что вот тебе надо безумно драться, и тебя тут будут насиловать, если ты этого делать не будешь.
там нажимай все кнопочки, комбинируй всякие дела. Все, вот мы тут, в общем-то, и набили. Я чисто по скоробеям. Набили уже себе целую манну. Вот он был, как раз таки. Сколько у меня? 139, еще десятка, да? 150 же нужно. Блин, хочу качнуть. Не хочу качать вот это. Виндблейдсы. И магию. Мы, ну, редко юзаем очень. То есть мы юзаем, когда дохнем, когда нам нужно отхилиться. Только поэтому. Вот, и тут, смотри, еще несколько левелов ХП можно открыть потом в дальнейшем-то. Да? Может приберечь на ХПшку лучше. Но, камон. Два меча, ребята. Два меча. Вы же знаете, что это моя тема. Я люблю оружие в каждой руке. Неважно, огнестрельное или холодное. Игры, в которых так можно, для меня уже автоматически кайфовые. Tomb Raider. Одна из любимых серий. Devil May Cry мне очень зашел. Правда, первая часть мне жопу подожгла не слабо. Посмотрим, что там в третьей. Вторая, ну такая, на разок. Ну и так далее, и тому подобное. Это если, да, огнестрел перечислять. Мне Call of Duty понравился, потому что там есть моменты с дуальными пястиками и узишками. По-моему, очень круто. Вот, но уж... Игры с холодным оружием, где можно в каждую руку что-то брать. О! Ну посмотрите, как он шинкует. Ну это просто куски мяса летят во все стороны. Нахрен! Что за тварь? Сейчас все будет, вы не переживайте, ребят. Сейчас вы умрете тоже. Что вы думаете-то? Тихо, стой. Мага надо кончать. Но уже, по крайней мере, поменьше бомбочек. Хотя они тоже респаун... Ах ты, скотина. Ты не хочешь убить мага без руки? Это ж круто. Как это вообще в капусту там? У него уже ни руки, ни ноги, ничего нет. Ой, блядь. Они убежали. Они убежали. Суки. Второй уровень меч двойной берем. Чтоб у нас и Джин Ромару был. Как ты называешься? Дуал Катана, понятно. Blade of Archfiend, у него уже было название японское. Японское название было, если я не ошибаюсь. Подхиляться, как думаете? Ладно, пока, наверное, не будем. Блин, я с вами разговариваю, как будто вы на стриме, бля, пиздец. Видос пишу, нахуй, успокойся, никто тебя не слышит, не видит, блядь. А вот, видишь, правильно сделал, что не стал хиляться. И тут вы чуть-чуть подбавили того, чего не хватало. Ну, пойдем далее. Босяк какой-то, да, ожидается? Или какая-то прям
куча мала жесткая. Ну давай. Жесткая куча мала, значит. А я с дуальными катанами. Погоди. Подожди. Блин, а я теперь не смогу посмотреть свои скиллухи. Ты прикинь. Это вообще обидно. Ай, вплотную мне кинул бомбу, прикинь. Обидно. Ну, бошки должны рубиться под этой тамбулины. Какие они тут все блокираторные, блядь. Все. Во! Ну ты просто, это просто смерть. Все, башки нету. Почему он жив до сих пор? Опять рука, да что ты будешь делать? О, здесь уже... Но это нечестно, потому что я хочу... У него руки нету, но почему ты не хочешь его добить? Твою мать! Да давай дам время дохуя. Да вообще круто! Бля, не, пизду, короче, нахуй, это не дело. Это не дело, ребята. Я, конечно, все понимаю, но здесь, когда на время, вот эта вот возня... Постоянно на захватах на каких-то, блядь, на какой-то хуйне... У меня тут нет времени с ними в красоту играть. Ну почему? Это мог быть сейчас самый натуральный бомб-краш. Разъебайся. Это что? Я увернулся прям в него? Серьезно? Я от его удара увернулся в него. Игра, ты серьезно так работаешь? Вот! Вот сейчас должен был бомб-краш быть. А мне вместо этого комбу прописали. Ну вот где? Почему он не произошел? Почему ты его рубишь? Почему ты рубишь? Он уже лежит без ноги, без жопы, блядь. Ты его все еще рубишь дальше. У него нет руки уже, добивай его. Во! И руби дальше. И этого следующего. Вот он. Нахер. Ah!
Ой, бля, ребят, ну не отдохнешь нахуй в этой игре, ну я вам так скажу. Просто усираешься? Нереально. Ну вот, блядь, пожалуйста. Да ну и... Вот это нормально вообще. Что же это было? Блядь. Вот ты чё, охуел? Убегает он от меня мунсолтами. Не, ну я все понимаю, опасная, конечно, тварь. Поебусы, но откуда деваться? Вот опять время тратится, нахуй. Он уже умер 10 тысяч лет назад. Блять. Он умер, отстань от него! Вороны полетели. У меня все хуже и хуже. Что за народ, да? Все мужики такие, я такой же. Рука заболела, не похуй, пойду по миссиям. В пустыню, хуйню, блядь, по всем лабораториям, джунгли, мунгли, везде, блядь. Похуй, руку... А Яна еще в пустыне сказала, тебе надо бы руку показать кого-то. Да, сейчас покажу, схожу, да, блядь. Пройду там, пару континентов обкатаю. Ты слышал чей-то... Мамиджи. Она же, да, Шрайн Мейден. Финальная фига. Кубики, мубики, вся фигня. О, Санджи. Он, кстати, был во второй части. И это самое. И в Dragon's Sword. А Санджи меня нашел-то, кстати. Санджи. Кейко ва ицу демо цуке ё. Ята! Это, наверное, очень хороший подарок, бля. Тренировочка с Рюхой Ебусой. Ну, выручил. Пацан молодец. Там не Мурамаса случайно стоит? То есть мне ходить назад нельзя, понял. Этот не Мурамаса, обычный стражник. Слушай, в деревне мирно. Но я знаю эту местность. Здесь специально забор поставили, чтобы я туда не полез. Вот, где секретки всякие лежат. Но тут немножко все поменялось чуть-чуть. О, я Амицу здесь. Слушай, как хорошо, что прошли все-таки мы Dragon's Sword на Nintendo DS. То есть я их всех знаю, как бы. Это вообще не лишнее. Вообще не лишнее было. Конечно, жопа там подгорела тоже, ну, понятное дело. Но я сейчас. Сейчас я рад, что я прошел. На 3DS-ке. А что ты хочешь? Чтоб я пострелял?
Нихера себе. Амицу. Это мы теперь можем такими чарджеровыми стрелами стрелять. Это очень круто. Мне нравится то, что в этой игре, в отличие от первой части... Ты хочешь, чтобы я еще пострелял? Или чего? Выпустите меня. Я же не целюсь уже, ничего. Выпустите меня отсюда! Какого хрена происходит? Из лука я стрелять не могу. Ничего делать не могу, отсюда меня не выпускают. Это баги какие-то или что? Блять, вы угораете или что? Только не говори, что мы сейчас по новой начнем. Всю возню. Я с ума сойду просто. Мне как бы там ничего сложного не было, но просто, блядь, перепроходить это я больше всего ненавижу, блядь. Когда вот из-за багов игры тебе приходится перепроходить все. Ну нет, вот часть заглючит нас. Нет, нас не заглючит, сейчас будем махаться, блядь. Блять, ну как я это не люблю, а? Вот видишь, я сразу драться стал хуже. Почему? Потому что мне не хочется это все делать. Блять, ну это куда вот был удар, а? Тут я в тайминг не попал вообще. Как там что-то кастуешь? Теперь вот эту еще залупу проходить. Не могли чекпоинт на деревне сделать? Он там такой очевидный, что просто пипец, блядь. Ну это реально тупо, как по мне. Почему, господи, ты боже мой? Это еще что за херня?
Вообще странно, я обычно их уже как бы... Те, которые бесконечности, я же их убиваю быстро. Практически сразу. Блять, ты еще живой. Слушай, если там игра забагована, я просто хер его знает, как нам быть-то. Если нас с того помостика не выпускают. Блин, был бы какой-нибудь внутри эмулятора сейф, чисто из-за багов, да, то есть, ну, чтобы миновать вот это перепрохождение, блять, хуй пойми, катсцены, вот это все. Херово чекпоинты расставлены. Я недоволен. Че, не скипнуть? Скипнуть. Вот, идет же за сохранение. В чем проблема? Сейчас, ребятки, что-то кое-что надо чекнуть. Опять же, в эмуляторе. Не уходите далеко. Ага. Не, нихуя нет. Если баги, значит все. Идешь ты в жопу. И сейчас у меня забагала игра, да? Забагал эмулятор. Да? А, повис. Третий раз будем перепроходить. Чё бы нет. Пиздец, блядь. Всё, заканчиваю видос. Без видео дойду до сюда и стартую запись. Даже больше вам скажу. Я стартую запись... Если я пройду этот сраный помост, на котором у нас случился баг. Вот после этого я начну записывать по новой. Стой. Звук какой-то пошел. Скотина. Нет, не хочет. Короче. Да. Стопэ.